Просто песенка – это денег, деревня красивая, хорошая, теплая. Я тут выросла, родилась, живу, и мне нравится. Кому можно не нравиться, а мне нравится все тут. И люди. Ну, наша Сапожинка, я считаю, неплохая деревенька. Историческое происхождение. Когда-то говорили, что был пан Сапега, но и он потом стал руководить его жинка. Вот и назвали Сапожинка. Первые упоминания о деревне с таким названием относятся к концу 17-го, началу 18 веков, когда Сапега подарил Лышине эти земли на правом берегу Днепра и привез сюда 30 еврейских семей, из которых, можно сказать, и пошло потом еврейское население нашего города Быхва и Быховского района. Это еврейская школа, и эта деревня была до войны еврейская. С Израиля приезжали и сказали, что эту школу будут реставрировать. Но пока еще все тихо-лихо. Здесь был еврейский колхоз, так называемый. В основном колхозниками были евреи в Сапежинке. А Семен Петрович Удвоскин, глава нашей Быховской еврейской общины, любит говорить, что деревня Сапежинка славилась своим красным товаром. А красный товар – это были невесты. То есть в деревне Сапежинки были самые красивые еврейские невесты, и сюда со всей Беларуси приезжали свататься. Действительно, значит, со времен Сапеги такое историческое место, где все равно проходят экскурсии, детки посещают, приезжает много гостей. А привидения тут водятся? Ну, про привидения не слышали, но клады искали. Говорят, что здесь как бы закопаны золотые монеты, поэтому золотоискатели как бы пробовали искать. Но в настоящее время как-то более уже стихла эта легенда. Во, только речка разлетает. Это же уже Быхов и речка, и вот Сапежинка. Тут 500 метров. Хорошо это или плохо? Ну, я хочу сказать, что хорошо, наверное, рядом Быхов. И сходи, автобус ходит к нам, городские. Теперь газ подвели, помирать с удобствами. Будем живить, да не хочу, чтобы так и здоровье было. Ну, все перспективы, город рядом, работа рядом. Только не лянись работы, иди, живи. Чем хуже, мне в Быхов не надо. И в Могилев не надо, я лучше тут буду жить, спокойно. Никому не мешаю, вышел, покурил, посидел, поработал дальше. Вот сейчас работы пошли уже. Надо начинать навозы возить, сеять. И пошла работа. И отдыху нема до зимы. А зимой тоже. Корове дай, коню дай. Снег почисти. В деревне помирать некогда, надо работать, потихоньку шевелиться. У
жить в деревне Сапежинка, я думаю, людям комфортно. Во-первых, красивое место, исторические места здесь, да. Рядом пойма Днепра. Это в этом году, к сожалению, не было разлива, а так вода доходит практически до самой деревни, вот до дороги. И когда бывает разлив, здесь огромное количество лебедей по весне бывает. Очень красиво на разливе. Ну, а вообще населенный пункт, что называется, по сегодняшней жизни, это очень важно для людей, когда живут в собственном доме, иметь те же условия жизни, как и в городе. Это и газ, и возможность иметь в доме водопровод, скажем так, туалет, ванную. Все, что сегодня нужно для цивилизованного человека и для того, чтобы семья хотела здесь жить, растить детей. Здесь уже цветет. Да, сад скоро зацветет уже. Это садом занимается муж, он любитель, он посадил сад, чтобы, конечно, и дети сюда приезжали, очень хочется. Мы с ними сельские жители. Я вообще родилась в деревне, в соседней, в Сидиче. Муж городской, но я его приобщила тоже к земле. Глядя на вас сейчас, на облик такой городской дамы, очень модный, и, кажется, даже на шпильках, правда? Очень тяжело представить, да, что вы занимаетесь сельским хозяйством. Ну, вы знаете, родившись на земле, все-таки хочется с землей и породниться. И всю жизнь мы прожили в деревне. Я очень люблю работать на земле. Такие маленькие, такие хорошенькие. Мне кажется, она тебя в чем-то подозревает. Ну что, хвостиком весело махать, понимаешь? Угу. Я за компьютером почти не сижу, потому что прихожу домой поздно, после танцев. Танцуешь? Да. То есть рассада вон там сзади тебя на окне, это не твое увлечение? Ну, и мое, я тоже маме помогаю. А что из приятного для тебя в сельской жизни? Ну, это, конечно, можно позагорать на огороде, покупаться на речке. Ой, какие смешные. Самые-самые, что стоят. Да она у вас так балуется? Да. А сколько у вас всего скота? Вот назовите просто. Ну, сколько? По единицам 21 единица. Овечки, свиньи, коровы, телята. 21 единица. У нас там еще 3 коровы. Это 4-я. Ого, так у вас тут коров. Ой, как запряжемся. До самого конца мая. А там сено, и все лето вот так, колесом, колесом. Иди сюда. Ром, погладит его. Ромка, Ромка, Ромка. И он не боится, не боится. Ромка, 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 Ромка. Ром, иди ко мне. А так он не боится, ё-моё. Стой, Симочка. Желаю жителям Сапежинки, чтобы вы здесь отдохнули замечательно, чтобы вы дышали свежим воздухом, посмотрели на деревья, чтобы... Вы выздоровели, если вы болеете. И жить вам хорошо.